Добрый день, уважаемые рыболовы, а также любители домашних аквариумов, те, кто разводит рыбок. Мотылем, джокером нынче никого не удивишь. Это есть в каждом рыболовном магазине. Сегодня же мы получили вот таких интересных зверей. Очень живые такие все. О, какие! Это личинка кровососущего комара маленького. Называется сие каретра. Неплохо реагирует на него рыба при закорме. А также это является деликатесом для аквариумных рыбок. В интернете написано, что рыбки, которые питаются каретрой, никогда не болеют, всегда чистые, потому что сама каретра, как правило, водится в горных реках, в озерах, там, где чистая проточная вода. Вот взяли на пробу. И поэтому цена такая чисто ознакомительная, 3 евро за 100 граммов. Кто хочет взять на закорм или для аквариумных рыбок, пожалуйста, к нам в магазин. Свежак только сегодня пришел. Ну и какой живчик. Милости просим, воблер.